первое, что он мне сказал, он спросил, как думаешь, мальчик или девочка будет? Родители, конечно же, обрадовались, все дружно плакали. Ой, мне кажется, это не описать словами. Нет, это счастье. Да, это счастье, вот какое оно должно быть, какое оно есть. Это вот самое настоящее счастье. Это радость, это шок. Ну и, конечно же, любовь. Любовь, да.